как будто за каждую русской околицей, крестом своих рук, ограждая живых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в Бога неверящих внуков своих. Одной из первых постоянных келейниц у Евдокии была местная жительница Настя. По прошествии 15 лет она умерла. И пришла Дарья, которая на протяжении 20 лет вообще не выходила из кельи. Затем начали приходить к ним молиться и другие девушки. А всего их было 8. Анна, Поля, Мария, Дарья, Наталья и Варвара. Жизнь с юродивой не мед для келейниц. Не давала наставницам досыта есть, пить и спать. Заставляла поститься строже, чем того требовали каноны. Ибо не наступили еще отрадные дни. И только один раз в год отпускала их в Саров к батюшке Серафиму. Ни в одном монастыре начала 20 века мы не найдем примеров подобного каждодневного и целонощного бдения. Подобное последний раз встречалось разве что в XII веке, во времена преподобного Иоанна Лествичника. Молились они каждый день с 8 часов вечера до 12 ночи, затем с 5 утра до полудня, потом пение псалмов. Кроме этого, каждый занимался своей работой. Но и это еще не все. Каждую ночь Евдокия поднимала своих девушек на молитву, давая для сна лишь то время, за которые сгорали 2 копеечные свечи. А под конец жизни она стала будить их, как только сгорала 1 свеча. Как-то прислала к пузинской юродивой блаженной Паше Дивеевской брата, одного священника из Сарова. Он приехал на лошади с колокольчиками, а Евдокия его не приняла. На другой год он опять приехал, а Паша говорит: «Ты пешком пойди, да лапти обуй, она тебя и примет». Так и случилось. Потом ей он очень много помогал. Евдокию посещала масса паломников, нуждающихся в ее молитве, исцелении и совете. И было у нее в келье холодно, не убрано. Лежала она во вшах, которые, впрочем, никого не беспокоили. И молившиеся вместе с ней люди не спешили уходить от нее, как спешили бы уйти, лишь войдя в грязную ночлежку. Душа всякого приходившего чувствовала необычность жительницы убогой кельи, ее подспудную святость. Что такое НКВД тех времен, думаю, рассказывать не надо. Солдаты жестоко издевались над Евдокией и ее келейницами. Сохранились воспоминания жителей села о том, что хожалкам предлагалось уйти. Они же спросили про участь своей наставницы. Им ответили: «А Дуняшка пойдет, откуда не вертаются». Ну так и мы с ней и остались. И не угасала всю ночь лампада в их домике. И молились они за спасение своих душ и за души своих убийц. И плакали. Умирать-то никому не хочется. Тем не менее были другие слезы. Поля, опоздавшая в келью, со слезами на глазах умоляла охранников пустить ее на смерть вместе с наставницей. Не пустили. Наверное, так было угодно небесам, чтобы она осталась живой свидетельницей всего случившегося. В том числе и с ее слов уже в наше время было составлено житие ее подруг. Солдаты били Евдокию 4 дня. Затем все случилось, как по библейскому сюжету. На рассвете пришли легионеры, стали все выкидывать из кельи и топтать ногами иконы. Хорошие вещи бойцы брали себе, а что похуже, кидали народу. Затем снарядили подводу и мужиков пузовских копать могилу. Вышли келейницы с Дуней, сели на подводу, перекрестились. Дуня у Даши на коленях, остальные сели рядом. А на углу дома стоял мужик неверующий, Иван Анисимов. И вот увидел он, что на плечах у них голубь белый сидит. И куда бы ни ударяли солдаты, туда он и садился, так и били по голубю. Тут же он уверовал и сказал: «Теперь бы я последнюю корову отдал, только бы не убивали их». Привезли их на могилу, посадили под крестами Евдокию и Дашу Тимагину у одного, вторую Дашу Сиушинскую у креста рядом, Марию Неизвестную у третьего креста. Ну чем не Голгофа? А потом их стали расстреливать. Принуждали одного татарина стрелять, но он отказался. Умыл руки.
поставили другого. Первой была убита Евдокия. Машу застрелили не до смерти. Ее прикололи штыком. Искали у Евдокии крест, но не нашли. Сейчас он лежит в храме села Суворова, возвращенный местными жителями. Хоронили их без гробов. Народ к могиле не допустили. И было это 3 августа 1919 года. Вот так. Мы разучились уважать и любить себя как образ Божий. И ныне разложение любви к Богу достигло тех же размеров, что и разложение любви к человеку. И этот факт, к сожалению, разительно противоречит утверждению о том, что мы сейчас являемся свидетелями религиозного ренессанса. Ничего не может быть дальше от истины. Наша нынешняя повседневная жизнь четко отделена от всех религиозных вечных ценностей. Она посвящена борьбе за материальные блага, за успех на личном фронте. Современный человек превратил себя в товар. Он воспринимает свою жизненную энергию как инвестицию, с которой бы хотел получить как можно больше прибыли. Он отчужден от себя, от своих близких, от природы, от Бога. В религиозном оживлении последних лет вера у многих людей превратилась в психологический прием, призванный способствовать лучшему их приспособлению к конкурентной борьбе. И у таких братская любовь и дружба заменены безликой ярмаркой и временным деловым партнерством. И даже Бог в их понимании превращается в далекого генерального директора акционерного общества Вселенной. Но постепенно к некоторым людям приходит понимание, что лицо нашей страны состоит из ликов, добрых и юродивых, и масок лицедействующих, поскольку так душа человеческая отзывается на жизненные и исторические катаклизмы. И я еще не встречал человека, который бы к вере пришел через радость. Ведь внутренняя оценка самого себя человеку дается, как правило, через потрясение, несчастье, горе. И эта самооценка многократно устойчивее, чем мнение других людей. Это стержень личности, это и отличает человека от зверя. А наши малограмотные бабушки тихо и неброско вершили свой духовный подвиг всю свою жизнь, не считая это подвигом и не думая о пиар-технологиях, а наоборот, рискуя потерять многое в годы оголтелой антирелигиозной пропаганды. Даже жизнь. Сейчас все переменилось. Сейчас ходить на праздничные службы, величественные храмы стало популярным. Только нам не следует забывать, что именно такие темные женщины в белых платочках, как Дуня и ее келейницы, они грамотные диссиденты или политиканы, начальники, сохранили свет веры и духовности в народе. И в этом они на порядок выше многих ученых мужей. Да, и прежние времена были недобрее, и сейчас не намного лучше. Откуда берется злоба у одних людей на других? Наверное, от гордыни до трусости. Сейчас по телевидению частенько показывают блестящих чиновников, присутствующих на службах в блистательных соборах. Среди них атеисты, кто приложил руку к разрушению храмов, к репрессиям православных верующих. Вот интересно, допустила бы Евдокия их в свою дырявую келью? Сомневаюсь, что же помогает людям оставаться людьми? Наверное, долг перед детьми и родителями. Перед родной землей, в которой похоронены предки. Наверное, вера, надежда, любовь. А еще Евдокия, Дарья и Мария. Нас пули с тобою пока еще милуют. Но трижды поверив, что жизнь уже вся, я все-таки горд был за самую милую, за горькую землю, где я родился.